«Здоров ты, здорова страна». Под таким девизом прошел забег на верхнем озере Калининграда. Организатором марафона выступила независимая лаборатория «Инвитро». Таким образом, спортивные горожане отметили День здоровья. Присоединиться к пробежке по живописному променаду мог любой желающий. Главным условием было наличие медицинской справки. Я ставлю первую цель перед собой именно победить себя, пробежать именно для себя, не для результата. Ну, собственно, развитие все-таки физкультуры, спорт, надо к чему-то стремиться. Забег проходил одновременно на две дистанции – 5 километров и 10 километров. И, в принципе, каждый из участников может для себя поставить собственные цели. Кто-то может просто пробежать какую-то часть дистанции, просто символически, начав менять свой образ жизни и немножечко на один шаг вперед подойти ближе к хорошему здоровью. Кто-то может попытаться побить спортивные рекорды. Но прежде всего нужно как следует разогреть мышцы. Получив заряд положительных эмоций, участники стартовали. Приняли участие в забеге более 200 калининградцев, в очередной раз подтвердив, что спорт – это не только полезно, но и приятно.